После поражения от «Спартака» Ротор, похоже, внес коррективы в свою игру. На 9-й минуте Беркетов сыграл на опережение 1-0. Камазовцам в конце первого тайма удалось сравнять счет. Мяч срикошетил от защитника, перелетел Саморукова и опустился на голову Джишкариани. Сразу после перерыва Веретенников подал угловой, а Зернов исполнил удар в падении 2-1. Уже на следующей минуте Веретенников забивает сам 3-1. Победа «Ротор».